Меня зовут Левин Илья, я руководитель движения «Антидилер» в Саратовской области. Очень хорошо, что сегодня прошло такое мероприятие, как «Круглый стол» по взаимодействию общественных организаций с органами власти именно на базе общественной палаты. Потому что многие из тех вопросов, которые сегодня обсуждались, поднимались участниками «Круглого стола», они актуальны, и общественная палата тоже на них заостряет внимание. Поэтому не случайно, что сегодня все это вместе сошлось здесь за одним столом. Принципиально важен тот момент, что сегодня присутствовали органы власти, прокуратуры, МВД. Все это общие усилия дают сильный синергетический эффект. Потому что те вопросы, которые мы поднимаем, они, конечно же, могут быть решены только общими усилиями. Это будущее нашей молодежи, это перспективы ее, это то, что сегодня мы закладываем фундамент того, как мы будем жить завтра. Поэтому только после того, как мы эти проблемы увидим, обговорим и систематизируем, мы сможем говорить об их решении. Итогом сегодняшнего круглого стола будет резолюция, в которой будут отмечены все моменты, которые сегодня поднимались, будут написаны соответствующие обращения как в прокуратуру, так и в МВД и в органы исполнительной власти для решения этого перечня проблем как можно скорейшим порядком. Спасибо.